Дан старт третьего заезда, приз в честь Дня молодежи для лошадей 3 лет орловской рысистой породы. Обег повел со старта Бобыль, на втором месте Фортуна бойца. Далее Павлинная. Участники растянулись. По дистанции проходит левый поворот. Впереди Бобыль, на втором месте Фортуна бойца. Далее Павлинная. Первая четверть дистанции пройдена за 35,1 секунды. Бег ведет Бобыль, сбоила Павлинная. На втором месте пятый номер Фортуна бойца. Тут же с поля и с просветом Пикет, Колхидония, Павлинная замыкает всплеск. А в борьбе за лидерство Бобыль и Фортуна бойца проходит отметку второй четверти дистанции чуть впереди Бобыль. За 32,3 секунды пройдена вторая четверть дистанции. На противоположной прямой бег ведет Бобыль. На втором месте Фортуна бойца. Далее с просветом Пикет. Участники проходит отметку третьей четверти дистанции. Впереди Бобыль. Пикету объявлен неправильный ход по дистанции, дисквалификация. А участники третьего заезда выходят на финишную прямую. Впереди Бобыль и Фортуна бойца. На финишной прямой участники третьего заезда, приз в честь Дня молодежи, участвуют лошади 3 лет орловской рысистой породы. А выигрывает 6-й номер Бобыль под управлением мастера-наездника Виталия Секисова. Вторым финиширует Фортуна бойца. Далее Пикет. Ему объявлена дисквалификация, неправильный ход. Далее финиширует Павлинная, Колхидония и первый номер Всплеск.